Слушай, Андрей, подскажи мне, пожалуйста, что мне надеть в эфиру? Это или это? Что тебе нравится? Ну, я не знаю, оба, в принципе, ничего. А сейчас на тебе что? А сейчас юбка от Кирилла Сафонова. А, так слушай, он же сегодня к нам в эфир приходит. В ней оставайся, конечно. Ну, все, решено. А что сегодня еще в эфире? Слушай, вот с эфиром сегодня беда. Я решил в качестве эксперимента попросить одного из наших гостей, чтобы он написал нам анонсы. Но он написал. Я здесь ничего понять не могу. Совершенно. Вообще ни слова. Он что, доктор, что ли? Да, именно. Он врач, который переехал из России в Эстонию. Причем занимается такой интересной темой, как социально значимые заболевания. Вот об этом сегодня с ним поговорим. Ну, судя по тому, что ты сидишь за барабанную установку, у нас на сцене должна быть какая-то группа. А, совершенно верно. Lemon Twist, они играют постпанк, так что сегодня будем слушать. Ну и еще про один анонс я догадаюсь сама, ведь мы целую неделю в эфире освещаем мультимедийный марафон на ТВ+, который завершился, и теперь мы знакомим зрителей с его участниками. И сегодня у нас очередной такой проект, да, про преображение до и после. Точно. Обсудим это в эфире. Короче, неси платье назад обратно, в костюмерную, да. А вот этот звук извещает, что до нашего эфира остается 5 минут. Что громко вообще?